Работы объединены в два цикла – «Малюля» и «Стены Пальмиры». Рассказывают о гражданской войне, которая сейчас продолжается на родине художника. Несмотря на происхождение, Россия стала для автора картин второй родиной. Получив художественное образование в Дамасском университете, он продолжил учебу в знаменитой Строгановке, где изучал монументальную живопись, защитил диссертацию и получил степень кандидата искусствоведения. О событиях в Сирии художник не может рассказывать равнодушно. Ищу всегда вот новые сюжеты и новые формы для них. Поэтому каждые 3 года, 4 года я вот, занимаюсь именно вот, определенным сюжетом. И потом начинаю вот, делать картинки. Художнику удалось соединить традиции Востока и Запада. Выставка Низара Сабура в Сирии стала обменной. Ранее рязанский художник Владимир Янаки представлял на авиабазе в Хмеймине свои работы. С предложением провести выставку сирийского художника в России выступила его однокурсница по Строгановке, ныне жительница Касимова. Я всегда вот, чувствовал, что мы близкие друг с другом. В нескольких традициях. Это Восток, наверное. Кроме этого, с детства я познакомился с русским искусством, покуда мой старший брат учился в Союзе, у него жена русская, привезли всегда мне вот книжки, альбомы, какие краски, вот. С тех пор у меня была мечта, вот как можно попасть в Союз и потом в Россию. Экспозиция будет работать до конца лета.